Житель Караганды Равиль Майоров развозит различные товары. Основной его маршрут – Караганда-Сакаровка. Мужчина отмечает, что после внедрения оплаты за проезд по автодороге Темиртау-Астана увеличилось время на дорогу. Кроме того, практически каждый день электронное табло выдает новые цены. Автовладельца возмущает, что платная трасса не готова к эксплуатации. Первый раз я заплатил на ту неделю 150 тенге, а в эту неделю у меня вышло 220. И там, как бы сказать, терминалы неудобные стали, очень низко идут. И, вообще, в общем, терминалы мне не нравятся там. В компании «Казавтожол» отмечают, что для грузового и пассажирского транспорта существуют свои тарифы. Трасса оборудована автоматической системой контроля, однако до сих пор идет наладка. Кроме того, на некоторых машинах плохо читаемые номера. Этим и объясняют разброс цен. Бывают номера деформированные, стертые, потертые номера. Из-за этого сумма у них некорректно выходила. При вызове можно связаться с оператором, нажать кнопку и узнать свои проезды. Оператор все разъяснит, маршрут. Если не согласен, можешь пройти в операторскую, оператор все покажет и разъяснит, откуда данный маршрут едет машина. А недавнюю километровую пробку на въезде на платный участок дороги специалисты объяснили перебоями в работе интернета. Лишь после того, как операторы вручную открыли шлагбаумы, водители смогли продолжить свой путь. Напомним, что в нынешнем году оплата введена на 3 республиканских трассах. В будущем систему распространят еще на 14 участках казахстанских дорог. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.